Человек, как кирпич, обжигаясь, твердеет. Вся ваша жизнь – борьба. И все испытания вы проходили стойко и столько раз становились победителем. Уақытылу қиыншылықтарда өтет. Өзіңіз айтқандай, адам баласы көпірі сияқты болып, орду жеңілдей көтері білішіңіз керек. Қазақстанның кең келешегі үшін сіз дағы чоң эмгек класты терең ишенебиз. Сиздин өлкө үчүн, мамлекет үчүн жасаган эмгектериңиз эч качан унутулбайт. Сиз кыргыз элине ынтымактын, биримдиктин, чындыктын символусуз. Сиздин эмгегиңизди кыргызстандыктар жана кыргыз эли унутпайт. Эң бир эбегейсиз намыс деген сөзгө эгедер болгон бийик инсан катары терең урматтап таазим этким келет. Огромное спасибо вам, что вы учите нас быть стойкими, уверенными в своей силе и правде. Если сегодняшнее поколение политиков и многие кыргызстанцы до сих пор этого не понимают, то это не ваша вина, а вина нашего в целом общества. Ваша миссия еще не завершена. С днем рождения, дорогой Алмазбек Шаршенович!